Юзеп, народ! Как дела, как настроение сегодня с тобой? Как всегда, я на точке Следованский, и решил я, значит, пранкануть Олеж, Саню и Сережку Болтова. Олеж записывал себе маньяк в CSGO, а я решил посмотреть, как я буду следить за ними, как я отыграю с читами. Кстати, хреново отыграл. Ну да. Ладно, ставь лайк, пиши коммент, если понравилось. Обязательно сообщи мне об этом. Ну и погнали, хули. Это Олег, это Олег. Ну чё, пацаны, аниме? Сделал что? Лестницу, блядь, сдвинул. Ай-яй-яй, какой ты никакой. Тияй. Сюда, пацаны, за мной. Погнали, погнали. Чего? Кто последний, кто последний? Давайте выходим по одному, выходим. Куда давай, вышли? Выхожу, эй! Выхожу, вот, я не помню. А что ты там забыл? Подожди, а что ты там забыл-то? Я а вы прям при мне туда прятаться начали, ничего, да? Ничего! Я ваши жопы в шкафу еще думал порезать. Что за читерство такое? Так, погоди, где они? Маньяк какой-то знакомый, ты его видел. Агамон. Я слышал, здесь же. А я вот подсказку дал. Да. Ты сука... Ах ты дрянь, блядь. Олег, он за тебя. А там слева в стене Серёжа сидит. О, привет, Оль. А в смысле? Чего? Ты меня наебал, Олег, я за это не прощу тебя. Да кстати, он там реально сидит. Не получилось, да, Олежа? Он там реально сидит. Да не сидит он там. Не сидит он там. Серёг, как ты туда попал? Не скажу. Серёг, срочно как? А ты куда? Извини, в смысле, тебе даже помогать? Давай, Серёг, реально извиняюсь, реально. Вот, все, иди сюда. А где? Сияй! Серёга, сияй! Не поворачивайся назад, он достал член. Что, блядь? Что это было? Ты видел эту херню? Что интересно проверить? А что ты на лестнице нажал? О! Я промазал. Серёг! Бля, я застрял. Ооо, понимаю. Слышу, как опасно было. Серёжа, пошли за мной. Серёг, пошли за мной быстрее! Иди за мной, просто беги за мной. Просто беги за ним. Серёг, вот сюда. Всё, ты, я надеюсь, ты не спалил место? Нет. Так ты что, блядь? Нет, блядь. Сияй! Если ты Олежа, то тебе пиздец сейчас, сияй! Не! Да. Всё, я в дышке, отстаньте от меня, молодые люди, блять, не надо. Сигай. Это что было? Это кто окна разбивает в доме у меня? Кто окна разбивает у меня в доме? А ты зачем только жить? Ты на второй этаж поднялся? Опа, чирик. Опа! Толь, у тебя очки сломали, зачем ты? Опа! Бля, что? Бля, мне нравится. Я же видел оттуда грену. Не. Ну окей, ладно, допустим. Тут какая-то дверь сломанная была очень сильно, максимально. Я тебе серьезно говорю, тебе показалось. Это твоя дверь, поэтому она и сломана. Блядь, да не может быть. Это пиздешь. Где проход, блядь? Да ну нету прохода, ну чё ты начинаешь? Да ты пиздишь, ты только что отсюда выбегал, я видел, блядь. Неправда? Толь, 50 секунд. Как где? Точнее, 45, будьте точнее. Я ниоткуда не выбегал, только тебе показалось. Опа! Открывайся, сучка. Я чё тут... Сияй. Сияй. Если твое тело на пределе, сияй. Да все, ну отстань, реально, ну что ты пристал ко мне? 28 секунд. Уйди от меня. Сияй, сияй. Олеж, давай поговорим, Олеж. Как тебе разговор? Не хочу разговаривать. Тет-а-тет по душам, так сказать, не? О! Как он туда? А все, я дверь закрыл, да-да. Лег. Блин, ну, давай, дотяни, сука, подойди сюда. Да, ты не выйдешь. Подойди оттуда, сюда, сука. А давай, покажу. Давай, чё, всё, да? Но я всё равно победил. Как он туда попал?
Олег, я совсем забыл, что надо прятаться, слышишь? Так, я вам даю 3 секунды. Давай найдем что-нибудь с тобой. Быстрее куда-нибудь. Я уже вышел, ребят. Блядь, все, пизда. Пацаны, со мной. Да-да-да, Олег. Куда за тобой? Я побегу за тобой. Ай, мне пиздец! Почему не закрыл? Бля, Сай, ну нет. Ну зачем ты его убил? Серег, пошли со мной, пошли! Почему дверь не закрывалась, гребаная? Беги на меня, просто беги на меня. Где еще? Вот здесь, поднимайся, прыгай. Стекло разбил. Да вот сюда, Серег! Быстрее! Сука, кому яичко это рвать? Быстрее, давай! Все, пипец вам, пипец, пацаны, палево. Не, нормально. У нас все под контролем. У нас все под контролем, Саня, отвали. Палево. Отвали, пожалуйста, от меня. Палево. Так, ну мы если что, на первом этаже, Сань. Они между первым и вторым, Сань, я даю тебе подсказку. Между первым и вторым? Да. Не между первым и вторым. А это, блядь, как? Мы чисто на первом этаже, Сань. Бля, они тебе врут, Саня, они тебя на... Да я знаю, что они... Я знаю, что Олег никогда правду не говорит, но он пиздобол знатный. Давай. Саня, у нас тут кровать есть. Нет. А да, как? Да. Да не, блядь, Саня. Да уже, господи. Вот, ну, как ты это делаешь? А чё, где он был-то в итоге? Только что я видел, как Олежа прошел просто за спиной Сани в упор. Серьезно? А я слепой, блядь, вы же знаете. Боже мой. Где ты сейчас, Саня? Может, я на него поохочусь? Он где-то на втором этаже. А так, а чё он делает на втором этаже? Сережа между первым и вторым всё ещё. Мы на первом этаже. Ух ты, порнохаб. Написано. Сань, не топай, ну что за сосед, а? Саня, ты где? Он тебя не найдет, Олег, даже здесь, мне кажется. Ой, Саня, ты не туда пошел. Да я слепой, блядь, отстань. Ой, а вот это было, а вот это было палево. Ты что делаешь? Я не вижу! Иди отсюда, блядь, лягушка ссаная, блядь, обосы! Это не ПРП! Отстань! Это нон-РП! Нон-РП? Really? Ах ты, засранец! Это говно! Что дальше? О, он ему на голову только! Беги! Что? Пошел нахуй! Все, блядь, так, я... Что ты так, Соня-то? Все, я плакать. Я буду один, одиношенька маньяк. Все, нельзя меня трогать, я буду. Я же к тебе же с тобой по-хорошему, ну да, реально. Да не видно, что ты по-хорошему, ты очень плохой. Да, плохой, Олежек, плохой. Пишите в комментариях, Олег плохой. Это ты, обижает маньяка. Обижает маньяка. А я на втором этаже, Сань, тут аквариум такой. Вон на заборе стоит у тебя, Лоя. Где? Где? Ой, бля. Саня реально надо охотиться самому. Олеж, я веду к тебе его. О, хорош, Саня. Nice. И чего? Nice. И куда? Ну и куда ж тебе по... Ай-я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 й. Где этот маленький? Нигде. Нас тут нигде нету, Саня. Они просто сидят у лестницы на втором этаже. Ну зачем? Ну, ты вас и так, Саня, в упор не может догнать, камон. Не, не работает. Я слепой, блядь, я так не вот, знаю. Так вот, я тебе подсказку дал. Сходить, не знаю. Сань, так вот, что? Не, Саня нас увидел, он решил уйти. Да, я обиделся на вас. О, Саня. Саня, иди догоняй его. Ой. Что? Да его догоняй, ты. Блядь, слезь. Ой, бля. Слезь оттуда. Уйди. Да серьезно, Саня, не пошел за мной! Отстань, Саня, Олеж, иди сюда. Ой, ты что делаешь? Что? Да вы что, Саня, прикалываешь телек? Олежа, а вот это зря, Сережа. Тияй. Кинь сюрикен в него, Саня, кинь сюрикен. Да, ну вы, конечно, даете мессия, Александровна. Да, бля, больно. Давай, Серег, я постараюсь помочь. Да я не вижу ничего. Давай. А 8 секунд осталось. Хуй с вами, блядь. Сами плохие, идите в жопу, сами плохие. Бля, да как ты меня вообще поймал, я не понял. Сами плохие жертвы.
Ну шо, девчули, спрятались или нет? Я там выхожу и спрятилась. Поэтому я в этом месте прошел такую нычку, на которую я не чего не знаю. Да, ты все нычки знаешь. Олег, иди отпизди его. Не все нычки знаю, но так, реально, ну честно. Вот все, Олежа, тогда молчи. Но все равно мне что-то подсказывает, что я вас найду. Да не найдешь ты, он никого не видишь. Ползаешь по своему этажу, второму. Неправда. Неправда. Он на втором этаже, ребят. Мы моемся. Пустился на первый через дырку. Так, стоп, в смысле вы моетесь? Не понял, ребят. Отстань, не заходи, пожалуйста. Подожди, а где? Оставь меня на гиле, я хочу помыться. Надо было раньше, Олеж. Я хочу помыться, блядь. Ты чё, Сань, как тебе душ? Не дает такой душ. Вы понимаете, насколько он нагло? Он не дает, блядь, помыться спокойно. Сейчас, отвратите. Он на улице, На улице бежит, на улице. Серёг, к тебе. Ой, Сань, к тебе бежит. Сходить успеешь, Сань, успеешь. Отстань от меня, пожалуйста. А кто это бежит? А кто это? Санечка, Санюля. Ну куда Санюля, бля. Куда ты? Санюля, Ванюля. Санюля, смыли. Ну, Сань, ну куда? Я домой. Зачем? Давайте за собой, Санюля. Отстань. Ну, Сань, он прям рядом, он прям догоняет, Сань. Бля. Ебать, я сиранул, ты как это сделал? Да, а где у нас Анатолий сейчас сидит? Толя, как ты забрался? Сейчас покажу, когда он уйдет. Я тебя звал. Я тоже всех звал. И чё, и где мне вас через кассу? Я даже поверил, Толя, я не буду больше верить. Я все еще Олеж. Пиздарики. Приветики. Приветики, пистолетики, блядь. Да, не надо. И куда это мы убегаем? Куда? Блядь! Ну, бывает. Бывает такое, да, бывает. Зачем я Сане пошел показывать, как я сюда залез? Так, а где последний сидит у нас? А Сережа сидит... Я стираю. Да, он стирает в ванной. Ой, сейчас в туалет. Сколько я крови, оказывается, в душе оставил. Погоди, стой. Горячо. Пламенно. Ну что ли, где-то нычка? Туалет. Это что было? Иди смой. Иди смой. Ты что, слышь? А что это за нычка? Туда не надо было, алло. Саня в дверях валяется такой. Так, Олеж, это что за интеграция такая, Олег? Куда ты ушел? Он на лестнице. Я убежал уже, все. Ты видел эту интеграцию по телеку? Право, вот сейчас. Так да или нет, я не понимаю. Все, уже поздно. Так он убежал или нет? Нет, он там же. Ой, твои шутники, конечно, а. Ой, Олеж. Закинь, пожалуйста, полотенце. Олежка, опять нычка какая-то, откуда? А как? Стой, подожди, как попасть туда? Че у тебя жопа голая? Ну у тебя, слышишь, не подглядывай. Да ты куда ты стреляешь? В тебя. Как тебе попасть? Давай, лежи. По углам. Только как я тебя поймаю, если я тебя не вижу? Подожди, может быть тут как-то? Ой. Нашел? Ну почти. Почти, лежи. Да, вот там. Да, правильно мыслишь? Правильно думаешь? Он съебался, если чё, Олег. Да я так и понял, что он ушел оттуда. 20 секунд нужно продержаться. Блядь, ебать, тайминги! Вот это тайминг! Ай, блядь, Правильно, закидай его снежками. Давай! Не, живи! 5 секунд! 4! Ну так кидай его снежками уже! 2! 1! Молодец! Это как, Сережа? Подожди, ты же еще времени истекло, как его хрен. А что он уже вылез, что ли? А ну-ка, правда, Гарри Поттер, блядь! Иди в жопу, Гарри Поттер! На большом воздушном шаре. Опа! А я, кстати, Серег, я на втором этаже на балкончике сижу. Чаек попиваю. Вот, да нет, он находится за моей попкой. Не-не-не-не-не-не-не. Олег между первым и вторым этажом. Так вот, я на втором этаже сижу, чаек. На балкон, Серег, зайди на балкон, стой, не убегай. На балкон. Ой, а как ты упал вниз так? Ой. Ой, блядь, Олег пиздец, конечно. Ну давай, дубль два. Он съебался, по-моему. Куда он, Толя? Олег, не беги за мной! Почему? Потому что тебе пиздец. Нормально все. А, сука!
А чё, не понравилось-то? А чё вы тут нахуй здесь забыли? Да всё, как-то скучно стало, мы к тебе пришли. Так ты сам нас позвал. Я вас не звал, идите нахуй. Подожди, вы где-то тут? Молодец. Да не, нас там нет, ты чё, Серёг? Там нет никого. Нас там вообще никогда не было. Вообще никого не было никогда. Да. А где он? Он бежит. Кто-нибудь видит Серегу? Да, он не, я не вижу, он такой. Ай, сучки. Передумал. Да блин, где здесь войти в нее? Да нет! Ты заманала. Бля. Да нету нигде тут прохода, Серег. Да успокойся. Да нету нигде прохода. Нету прохода. Стоп, Серег, ты вот про этот проход спрашивал? Да бля. Что? Мдауш! Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Понимаешь, да? Понимаешь? Давай, Серега, кругулями будем бегать. А он развернулся и пошел. Он убежал куда-то. Да, да, он, скорее всего, он за мной побежал. Мою попу увидел. Да-да-да, на втором этаже. Бляха. Где тут? А вот. Да забей, от Сереги можно всю игру так вот просто бегать. Ну да, я так и понял, да. Это реально изи-катка чисто. Блядь, больно, ты чё кидаешь? Блядь, да ёб твою мать, а вон, кидаешь. Он у меня с кишки кидается. Давай, и чё, Серёж, делается? Чё, и куда, и куда? Чё-то не вышло, да, Серёж? Ну ты был близок. Серёж, скажи, у тебя микрофон. Спасибо. Не-не-не, Олеж, всё нормально. Всё нормально. Пока он там, всё, вот теперь по съёбкам. А теперь можно идти, реально, всё, да, вот теперь уходим. До свидания, да-да-да, Серёжа. Да-да, удачи. Успокойся, реально. Спасибо, что живой, как говорится, вся херня. Ой. Чё ж мне не везёт-то так, а? А что мне так страшно? Тебе везёт. Олежа, остановись. Это не Олежа, если что, держу в курсе. Это не я. А где Олежа? А всё, а надо было раньше, Серёжа. А чё ты кидаешься, иди сюда. А чё, нельзя кидаться, что ли? Я тебя вижу. Не видишь ты меня? Я тебя вижу. Ладно, смотри, в коробке, прыгай в коробке, вот эти, прыгай, да. Так, ну. Ты просто прыгнул в коробке. Нельзя верить Олегу, никогда не верь Олегу. Поверил ты, конечно. Ай, Олежа, я потом тебе такое сделаю. Себе не доверяю. А что ты мне потом сделаешь? А что ты мне потом сделаешь? Опять здесь кто-то бегает, ну? Ты никого там не был. Да, возможно, по стене. Да никто не бегает. Я не знаю, Сереги там клоуны какие-то. Да никто не бегает. Олег, ты пропалил мою нычку, да? Признавайся. Да он не знает, как сюда попасть, это же Сережа. Блядь! Он запрыгивает на второй этаж. Уходи, Соня, уходи! Иди сюда. Беги! Соня, беги! Да я, он потерял меня. Где он? А он на крыше, он на крыше. Вот, спрыгивает. Олег, беги. Олегу пизда. Ой, блядь, я нахуя Олегу-то помогать остался? Что-то там забыл-то, а? Изи. Ай, блядь, стеку! Ой, блядь! 17 секунд, 17! Блядь, да что с окнами у меня в этой игре не так происходит, объясни. Да не, забейся. Оооо. Просто пиздец. А, сука. Ну что, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по Муничку в CSGO подошла к концу. Я надеюсь, вы поставили лайк, подписались на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Толя, Клейдов, Дельсани, Олег Фокс, Серега Болтов, все подписывайтесь, как говорится, Саня, под видеороликом. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока-пока. Пока, ребят. Всем счастливо.